пример? Нет. Ну а ты откуда, где живешь? Я живу в Киеве. Киеве? Ну ты крут. Молодец. Да. Хромакей умеешь переключать, а лишний стримишь. Нет, тут я пользуюсь такой программой, там, где можно и без хромакея записывать. Так. Не, ну флаг меняешь, пока это ж хромакей у тебя флаг. Нет, хромакей именно фон, который вырезают. Ну понятно, да. Ну ладно, ты... Ну ты у тебя... Стримите? Как ваше? Да, немного. Как канал ваш называется, если не секрет? Секрет. Так вы не разовьете канал. Ну, может, вы же развелись, тогда не буду спорить. На какие темы у вас сегодня стрим? Какие, может, вопросы имеете? На политические. Ну, задавайте на политические. А вы задавайте. Так я ж не знаю, какие у вас вопросы обсуждались в последнее время. Вам такие интересные, вы такие задавайте. А, ну, как вы относитесь к децентрализации в Украине? Чему-чему? А ну-ка еще раз. Децентрализация. Слышали такой термин? Нет. Не слышал. Слышал. А говорите, на политические темы разговариваете. Это в 15-м году у вас Порох ввел децентрализацию, такой тенденции политико-экономической. А, так мы на ТБ его не смотрим. А чего вы смотрите? Ну, мы на Пороха не смотрим, они же долбоёб. Ну да. Порохоботы. Mm-hmm. А вы сторонник кого? Зели, что ли? Да, конечно. Ну, Зеленский подонок, особенно после визита в Харьков. Помните, он в Харькове был месяца 4 назад, визит? Ну, почему? Потому что он выделил каким-то киевским ебеням, типа Бучи и Ерпеню, общую сумму 650 миллионов, Черниговской области 350, Сумской 250, а Харькову на восстановление показал дулю. Говорит, вы сами изыщите средства, а я буду гарантом. Какой из него гарант? Он в долгах, как в шелках. Вот такое, за такое отношение он подонок. Он должен был Харькову прежде всего выделить. А потом уже все мы... Ну, потому что Харьков подвергся определенным разрушениям, демеджу инфраструктуры. Почему? Так все подверглись этим разрушениям. Ну, а почему он Харьков тогда не... Потому что Киев — это центр Украины, это духовная столица. Он первый Киев выделил деньги. Духовная столица у вас Львов считается, а Киев административная столица. Ну хорошо, он же не Киеву выделил, а разным киевским ебеням, типа Гостомелю, Бучи и Ирпеню. А это не меня, это все Киевская область. Ну я в курсе, что это Киевская область. Но вы считаете, что нужно Киеву? Наоборот, нужно восстанавливать те города, чтобы которые целесообразно настроить за Украину. А зачем их восстанавливать, если их отдадут мандат, это граница с Россией? А, вот так, да. Ну понятно. А вы вообще в Полтаве, я вижу, живете. Почему вы так Киев? Ну, да. Почему вы такие? Я вот из Харькова, я Киев ненавижу. А вы почему так Киев любите? А так вот почему вы говорите, что надо было прежде всего выделить Харькову деньги. Ну, почему вы там живете? Ну естественно. Не, ну не прежде всего, по крайней мере, справедливо нужно было разделить. Ну, то, что нужно так сделать, он так сделал. Он же Харьков вообще дулю показал. Ну и что? Ну вот я вам просто факт привел. Ничего. Не хватило денег. Это характеризует... так сказать, насколько позитивен или негативен ваш кумир Зеленский, так и все. Если бы он пока вообще все выделил Харьков, я бы тоже был, может быть, за Зеленского, но он же наоборот поступил. Это были причины, значит? Ну, наверное, что он это не себе прикарманил, я так думаю. Ну, я понимаю, но причины были. Можете себе прикарманил. Ну, я не против. Ну, я понял вас. Еще, может, такие вопросы вас интересуют? Нет вопросов. Как вы относитесь к возможной федерализации Украины? Не будет такого. Нет, я не спрашиваю вероятность, будет или не будет. Вероятность — это другой вопрос. А я говорю, что не будет такого.
Ну, если было, вот, гипотетически. Вопрос, будет или не будет. Я говорю, что не будет. Ну, хорошо. Хорошо. На то, что если бы было, я не буду. Я понял. Ну, я понял. Хорошо. Вот ваши все президенты, кроме Януковича, который не был в Канаде, вот все, которые были в Канаде, они выступали по телевидению местного CBC и говорили, как бы хорошо Украине брать пример с Канады. А на самом деле Украина бежит от того, чтобы брать пример с Канады, как черт от ладана. Как вы думаете, почему вот такая разница в словах и в делах? Первый раз такое слышу. Ну, вы просто по молодости несли это. Не помните таких президентов, как Ющенко был? Нет, помню. Кучма. Вот когда они были в Канаде, я можете потом проверить. Они примерно одно и то же заявляли, одними и те же словами. Хорошо бы Украине брать пример с Канады. Ну, там плюс-минус одно слово, но смысл такой. Ну, потом проверите, хорошо. Ладно, я вижу, у вас на этот вопрос нет ответа. Хорошо. Как вы думаете, ну, я понимаю, что раз вы находитесь в Полтаве, вы уверены, наверное, в победе Украины в современной войне, да? Конечно. А что для вас победа? Все в этом уверены. А что для вас победа? Это возвращение к границам с 91-го да. года или 18-го года? Или, 91-го. Или 20-го года? 91-го года. А почему вы за критерий взяли именно 91-й год? Вот некоторые хотят... Еще раз. Почему за критерий победы вы взяли именно 91-й год, а не 18-й, где Украина была больше, чем в 91-м году? Потому что так люди жили, пока вы не вторглись к нам. Нет. Было нормально. Люди... 91-го года. Нет, вторглись вот в 22-м году уже у вас, вы не контролировали ни Крым, ни Донбасс, ни Донбасс. Как это? Как это не контролировали? А что, вы контролировали Крым и Донбасс? Мы с 15-го года контролируем все. А, ну если, если брать, так сказать, слово контролируем под, в смысле, отслеживаем ситуацию, это может быть и так, да. Ну хорошо, я вас понял. А чем, скажите, чем вы занимаетесь у нас в стране? А? Чем ну, вы занимаетесь у нас в стране? Ранее лекции в вузе читал, а сейчас так уроки даю частные. А почему у вас Россия выбрала? А, VPN. Знаете такое слово? Я понял. VPN. Почему у вас Россия, страна стоит Россия? Я же вам объясняю, VPN. Я могу поставить Зимбабве. Вы спрашивали, почему Зимбабве стоит. VPN называется. Вы же как стример должны знать. Что? Какой вы придерживаетесь позиции? В каком отношении? Ну, в отношении войны. Ну, война это плохо. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. А Украина не мирным путем фрагментируется? Нет, военным. Как вы что, не следите за ситуацией? Война же идет, значит, военным путем. А я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. А почему Украина должна фрагментироваться мирным путем, если Россия вторглась в Украину, а не мы в Россию? Ой, я вам объясняю. Это я этим недоволен, то, что идет война. Или, как вы называете, то, что Россия вторглась. Если Украина фрагментируется мирным путем, Украина защищает свои территории, а пусть Россия идет мирным путем. Ну, пускай Россия идет, где-то что до России. Так что, ну вы сказали Украина. Мне больше Украина интересует, чтобы она фрагментировалась мирным путем. Нет, там мы не будем фрагментироваться мирным путем. Они же не хотят мирным путем фрагментироваться. Ну хорошо, я понял вашу мысль. Вы же меня спросили мою позицию, я вам изложил свою позицию. У вас моя позиция. Машок слился. Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. Ну как тебе сказать, одно закрыл за отсутствием состава, другое за отсутствием события. Остальные подшиваются по 315. У тебя как? Нормально. У тебя микрофон Wi-Fi, да? Да, стримишь? Я нет. Ну, планирую начать, когда новый компьютер куплю. А, ну по новому. Если я ближе хочу к июню взять новый комп себе, что такое. А, ну понятно, ясно. А вообще на какие темы беседуешь? Да так просто вообще ни о чем. С кем могу там пойти что-то поиграть, так, ну, пообщаться. Ну, я понял. Ладно, если нет вопросов, давай успехов в покупке компьютера и стримов. Давай. Have a good stream in future.
Наверно, зря жалел Деникин хама. Ты чё, блогер, стример или регулярный юзер? Шо-шо? Ты блогер, стример? И блогер, и стример. Как канал называется? Я тебе не расскажу. Ну, не... Пойдем все найдешь. Не рассказывай. Так. Си, круто ты рекламируешь свой канал. Ладно, вот тебе вопросы есть интересные? Да не, нет. Я бачу, что ты трошки не можешь дать ответить. Что, хочешь сказать ватник, что ли? Я вообще-то не ватник, но так ты должен ватников искать, если ты блогер. Если ты укроблогер, ты должен ватников искать, по идее. Да нет, типа, то, я не бачу смысла, тут буде сумно, все дуже сумно. Ну не бачишь, ты не бачишь. На Твиче? Нет, на Ютубе. Ага, круто. А как канал ваш называется, если не секрет? Сейчас я напишу. Я написал. Я понял, хорошо, зайду, подпишусь. Мой канал Денклуб называется. Я зайду, увидите, я поставлю приветствие. Каковы темы стрима? Может, вопросы у вас у зрителей есть? Не, вопросов нет, я просто как захожу, общаюсь с людьми. Ну, раз вы стримите, все, давайте. Не, нет, я не стримлю сейчас. Недолго музыка играла, недолго Фараев танцевал. Да. Олег Закись Азота. Повторите. Олег Закись Азота. Олег Закись Каскадова. Азота. Азот, знаешь, такой газ есть? Сейчас, секунду. Ну давай. Я понял. В Киеве есть блогер, называется Телебачение Торонто, который в Торонто никогда не бывал. Нет, ну как у нас Амстердам, я забыл как это. Крещатик! Нет, духовный город. Киев. Ну да, как оно называется? А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай его. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский – это какой, чей отвечает? Соединенные Штаты Америки. Это федерация? Да. Вот мы повернемся, да, за ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 10 вернешься другим человеком. А западной, західної України немає. Західної немає, і восточної немає. Немає восточної України. Є одна Україна. Да, є. Де ви таке бачили? Східна Україна. Є схід України, є захід України, є східні області України. Є Республіка Кубань, яку окупували комуністи в 1918 році. А Воронеж не окупували комуністи? Ні, Воронеж передали. Уровень інтелекту у Миколи Рушніця, на самом деле, это Геннадій Хазан, по-моєму, так його фамілія. Это уровень інтелекту
креветки из Азовского моря. Хорош. Мы сделали украинскому народу чудо. Италец, наша, да, Украина, которая создана, мы покорили чудо. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров.